Так, всем здрасте. Добро пожаловать. С вами Казуку Фэмили. Мы продолжаем игру в онлайн. Даже здесь поудобнее. Ставьте чаечек, кофеечек. И присаживайтесь поудобнее, дружочек. Мы будем играть в такую вот игру, как кровавая линия. Мы остановились, по-моему, на маяке. И, короче, скоро пройдем игру. Ага. И будет у нас все чики-муки. Если бы еще игра не тормозила. Непонятно, что она тормозит, блядь. Игра, можешь не тормозить, пожалуйста, а? Такое чувство, как будто у меня Pentium 2, блядь, ляха-муха. Тут будут еще четыре какие-то? Нет? Так, нам надо идти вверх. Что за... прикол, чё игра приседает, я не пойму. Никогда раньше не приседала, алё. И? Отвязать, что ли, или чё? И чё это? Дневник смотрителя. Чё ярко так, я не пойму. Так, подожди. Личный дневник смотрителя маяка. Он записывал здесь все контрабандные товары, которые проходили через его руки. Вот оказывается, как это делается. Здесь-то и открывается дорога контрабанде. Интересно только, как у него получалось проделывать все это незаметно. Я нашел рисунок. На нем изображен механизм открытия тайного хода под маяком. Ну, конечно! Теперь я знаю, как выбраться отсюда незамеченным. Нужно вернуться в маяк. Ну, мы так и делаем, мать твою. Поехали. Сейчас кучу загрузок подождем. У нас же маяка нету в инвентаре? Или есть крюк? Нету, да? У нас динамит. Да, в жопу. Жопа жопой жуй, жопная. Так, ну чё, погнали суету наводить, да? Суету наводить иногда прикольно, прикольно. Особенно в таких тупых играх. Так, ну чё, поштопали. Так, подожди. Сохранить, мало ли, на всякий случай. Так, хлебочек сделаю за вас, за здоровье. Блин, обожаю кофе. Ну, не натуральный, но такой имитированный кофе. Имитация кофеина. Так, подожди, а имеется в виду сюда, что ли, или куда? Где там факел?
Где пустая поставка для факела? Так, подожди, куда? А, это я туплю. Сорян, народ. Нам аж на маяк тусоваться. Ну давай, прыгай. Что за тупое управление? Тут реально местами какое-то туповатое управление. Так, подожди. А где пустое место для факела? Вот это? Или это не для факела, подожди. Выше подняться нужно. Факел забирай. Реально забери что-нибудь, а? Бутылки нахер не нужны. Так, подожди. Но игра вообще жестко приседает. Местами. Подожди. Куда? Подожди, а факел подобрать-то можно, блядь? Нет? Да уж. Эта игра как... О, подожди. Лоб. А куда его вставлять-то? Вопрос. Серьезно? Вниз? То есть мало того, что... Да что такое, у меня Half-Life так не тормозило. Что с движком игры? Так это еще не на высоком разрешении, это, блин, это еще на низком. Кошмар. Тут, блин... И... Че ты мне прицел показываешь? Где там это? Для фак... Килопроход, блядь. Подожди. А может не эта подставка, а какая? Пустая подставка. Блин, если это наверху, я офигею просто. Или может здесь? Нифига. Может здесь? Почему игра не объясняет, где именно? Откуда я знаю, где подставку эту ставим для факела? Да ё-моё. Поднимись ты повыше, чё тебя не устраивает. Господи, насколько тут корявое управление. Я манал. Блять, придурок. Поднимись. Да поднимись ты, ради бога, а? Чё за херня? Поднимись. Блять, ты застрял или чё, блять? Идиот. Блять, поднимись наверх, просто, блять, банально. Блять, ты подняться не можешь или чё? Дегенератор, блять, просто. Куда эту подставку, блять, вставлять, алё? Где эта подставка, блять? Подожди, а зажечь факел надо или как? Ты баран? Блять, меня эта игра сейчас выбесит, отвечаю. Реально выбесит. Я не понимаю, что делать, где делать, блядь. Это реально какой-то каюк. Ооо.
Серьезно? Внизу? Твою мать. Ну погнали, что сказать. Пиздец, блядь. Управление корявое, оптимизация корявая. Блядь, ну по крайней мере на моем ведре. Но все равно это просто... Я не понимаю, она нормально шла, ну что-то, блядь, начиная с маяка. Так, подожди. Где он там может говорить про это? Так, здесь? Нужно что-то решать. Если здесь есть секретный ход, то где-то должен быть механизм, который его открывает. Здесь есть подставка для факела, но я не могу ее сдвинуть. Можно использовать факел как рычаг. Если за него потянуть, сработало. Тайный ход открылся. Так пиздуй туда. Алло, где он там? А. Естественно. Локация кладбища. Хорошая локация. Ничего не скажешь. Ага. Как долго ждать, это просто капец. Так. Игра пытается быть оптимизированной. Воу! А ты меня прям довел до экстаза, мальчик мой. Второй склеп, подожди. Второй склеп. Что это за грим? Капец, тут прохода. Чё, могилка тут какая-то? Чё это нам даёт? Эти могилки нам ничего не дали. Ё-моё. И чё нам делать? Идти в тот проход? Твою мать. Это что за... Ты кто?
очень смелым, но ему не повезло. Не хотел бы я умереть так же. Гордон Фриман. У него просто там это... Как? Фомка была. Эпплбой. Ты уже не Эпплбой. И чё? Ну вышли мы там что-то там сделать. Ё-моё. Блять, я не понимаю, почему у меня игра так тормозит. Это просто обосраться. 16 грёбаных FPS, обалдеть. А что тут? Доктор Браун? Должно быть, здесь похоронен доктор Браун. Может, стоит заглянуть внутрь? Глянешь, у тебя ключ есть? Чё? Серьёзно? Так. Так, еще бы присмотреться и понять, что тут еще есть, что мы могли пропустить. Это не... Ага, куча песка, значит, здесь. Ну ладно, идем, наверное, туда. Куды глаза глядят? Подожди. Сюда, наверное. Чё, кроме урна тут ничего не было? Или что-то было? Вроде нет. Нужно насыпать в урну песка. Что дальше? Ага, ясно. Этим другом без прохождения играть нельзя. Она слишком какая-то замудренная. Так. И. А как я ее поставлю? Куда поставлю? Куда поставить? На камень? Подожди, на какой камень? Какой я камень пропустил?
Камень. Давайте внимательно подумаем. Или я слишком тупой, или я чего-то не замечаю. Кошмар просто какой-то. Непонятно, ни херо там. Показывают именно эту область, не пойму. Что? Что где открылось? Себе. Подожди. И что тут все? Мы только ради этого все делали. Подожди, букву S? А, да, взяли. Буква LS. Да. Так, ладно. Идем тогда, походу, в эту. Часовинку, да? По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. В смысле, где? Он опять это уходит? Хуеболу начинает, да? А что мы могли пропустить? Подожди, значит, получается, это аж там, что ли, мы где-то что-то профукали, да? Подожди-ка.
Сдох. Все. ЛММС. Нет, все, ты спокоен. Наконец-то. Букву. Так. Замудрили все, конечно, просто обосраться. Ага. Значит, ждем. Так, и что тут у нас? Узончик ебашит. Здесь закрыто. Я не могу пройти туда без ключа. Красавчик. А где висит сумка-то будет, а? А, это что? Аптечка, газета, камень. Читаем газету, ну подожди-ка. Газета. Таинственное исчезновение молодой женщины. Энни Макдауэлл, рост 155 сантиметров, худая, волосы темные. Отличительная черта – татуировка в виде скорпиона на груди слева. Прикольно, что сказать. Так. Пошлите. Такс. Заходим тогда внутрь, да? Что, тут тупики, что ли, везде или нет? Да вроде нет. Вроде не тупики. Подожди, а где тут вообще чувак какой-то должен быть? Здесь или где? Куда заходить-то? Не пойму ни хера ничего. Блин, тут иногда так темно, я ни хера ничего не вижу. Это меня очень дико раздражает. Игра очень такая необычная. Так, сюда что ли? А ну-ка. Да подожди ты. Стоп, подожди, там рак где-то. Где? Закрыто. Я не могу пройти туда без ключа. Да я понял. Ты такой тупой, а я знаю.
подожди. Ну, да. Ёп. Эй! Эй! Да, ему здорово досталось. Я не смогу ничего узнать, пока он не придет в себя. Каким ключом? Каким ключом я открою эту? Подожди, ключ могильщика. Этим? Экклезиаст, глава 9, стих 10. Все, что готова рука твоя делать, в меру сил твоих делай. Ибо нет ни дела, ни замысла, ни мудрости, ни знания в преисподней, куда ты уходишь. Оптимизмом здесь и не пахнет. Да. Подожди. Кнопочка где? Надо убрать Библию. Надо убрать... Что это было? Кажется, из-под кафедры раздался какой-то звук. Так, подожди-ка, патрончики. Из-под какой, сука, кафедры? Секретный ящик. Что может подойти в эти отверстия? Так, сверху кладем букву Г. Подойди. Слева кладем букву Л. Л. В центре, подожди, это не... Забери. Забери меня с собой. Я уйду сквозь злые ночи. И отправлюсь за тобой. И пусть мне не пророчат. СМ. Рожденный в СССР. Получится интересно, подожди-ка. Получилось, мы молодцы. Так. Тяг. И тяг. Да, загрузки тут вообще великие. Великие загрузки. Воу, воу, воу. На-ра-на-на-ра-на-ра-на. На-ра-на-на-на-ра-на-ра-на.
Чего? Судя по карте, местные катакомбы ведут прямо в лечебницу. Не такая уж это и плохая идея. Я вернусь туда незаметно для доктора Брауна. Нужно узнать, как он замешан во всем этом. Во время нашей прошлой встречи он рассказал мне лишь часть того, что ему известно на самом деле. Ё-моё. Ну, какие тут жесткие катакомбы, а? Вот вопрос. Как мне проходить, это половина беды. Зигзагами. Так. Какая-то жесткая голова. Твою мать. А куда валить-то? В смысле, где ты потерял? Ты себя не потеряй, блядь, говнюк. Чё за фигня? Сейчас найдем, не капишуй. Вот оно, да? О, ты сам решил запрыгнуть, да? Типа, ну нахер, да? И чё? А как мы пройдем, если это тупик? А? Там же второй лестницы нахер нету. Смотри, что это? Понятно. Понятно, что нихера не понятно, да? Подожди, электрощиток для чего? И чё? Так, я что-то нихера не пойму, подожди. И что нам делать? Вот, допустим, мы это... И что может помочь? Серьезно, ты что-то потерял, и еще придется это, блядь, искать? Вопрос в другом, дурында, где ты это потерял? Вот мы плаваем как придурки, а что делать? Непонятно. Подожди-ка. Опа. Крюк, блядь. Серьезно? И крюком нам надо охереть. Почему никто не предупреждает об этом дерьме? Так, подожди, в какую там сторону топать? Хватит. Хлоп. Так, выбор крюка. Где он там? Где наш крюк любимый? Ну, да бляха-муха. Да это я понял, выбери крюк, блядь.
О, какая муторная херня, а? Ну. Наконец-то ты на ту сторону перебрался. Аллилуйя. Блин, они не пугают, они напрягают. Ну. Да просто лестница наверх, да? Обливил. Реально. Да. Да умри. Умрите, пожалуйста, твари. И чё, всё? Кто? Пока. Недоделанный, блядь. Так, подожди. Чё так игра тормозит, мать твою? Так. Два прохода. Ну чё это даже не хоррор, это вообще слепота какая-то. Я даже представляю, что там Куплинов угорал. Хо-хо-хо. Чего? Это, блин, реально. Просто смехота. Чё, сюда? И чё тут? Чё за какие-то катакомбы нахер, а? Хера себе, это терминатор. Но. Да ты сдохнешь, а? На меня, сука. Подожди. А куда дальше, реально? Куда вообще идем? И там они приходят. Наверное. А что за... Капец. Чё это такое? Бенз нам всегда пригодится. Так, подожди. Thank you.
поколебливались, черти. Чё, сюда? О, наконец-то здание, наконец-то. Что это за пыточное? Что за пытки тут мутили? Так, подожди, а нам куда вообще? Мы тут по каким этим местам шароёмимся? А? Что делать-то? Че? Серьезно? Офигеть. Весело и раздражительно, да. Капец просто. Капец, капут и жесть. Просто какая-то. Абсурд чистой воды. Ти-ти-ти-ти-ти. Так. Слишком удачное место для ловушки. Чего? Пар слишком горячий. Я не смогу здесь пройти. Где-то должен быть другой путь. Угу. Не понял. А каким образом я тут пройду? А? Черт, дверь больше не открывается. Да не ори ты. Мне бы понять, что нам делать. Чего? Тут же тупик. Чертова ручка. Придется попробовать еще раз. А лом остался? Нет, что у нас осталось? Ну давай ломом. Без дверной ручки я здесь ничего не сделаю. Без дверной ручки я здесь ничего не сделаю. Без дверной ручки я здесь ничего не сделаю. Подожди, а у нас что, где-то была дверная ручка? Или что? У нас тут только динамит. Что за фигня? Бред какой-то.
ничего не понимаю. А, подожди. Где она там? И чё? Без дверной ручки я здесь ничего не сделаю. Не ори. Подожди, где? Я закрутил шуруп. Надеюсь, теперь все будет в порядке. Что тут будет, я не пойму. Так, сколько там у нас времени? Час нормально. Да. Это что, тут босс файт ждет, что ли, или что? Что тут за доски нахер? Как такое могло случиться? Ну, закрыл у нас, и чё? И чё с доской брать? Перила? Какие перила? А! Подожди. И чё? До трубы? До какой трубы? А где там труба, блядь? Мне повезло. Работа еще не закончена. На дне разлит бензин. Может, хотя бы еще понадобится. Я
Ебать. Ебать, он живучий, я манал. Чё это, блядь, за терминатор был? Ебануться. Так, подожди, в смысле поджигаем? До трубы. Да какой трубы? Ничего не пойму, какая труба тут? Труба. Где труба? Труба, труба, труба. Где тут может быть труба? А, подожди, стоп. Есть. А дальше? Поджигаем. А где спички? Подожди. А, понятно. Серьезно, и ты нам открыл дверь, потому что... Стоп, не эту дверь. Так, подожди-ка, я надеюсь... Тут не будет ограничений никаких. А, подожди. Нет. 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 О, дрободан. Дрободан. Ага. Пар мы убрали, да? Ладно. Так. Труба замерзает. Значит, здесь течет очень холодная вода. Труба с вентилем, а где? Теперь пар мне не страшен, можно идти дальше. Так, ладненько. А, это ты перекрыл этот пар, тогда понятно. Так, подожди, я хочу здесь посмотреть, что тут. Чё тут так много ходов? Чего? Вот тут какие-то бочки. Мне кажется, это что? Да иди ты нахер! Сука! Стоп, не брать, тупая! Чё ты умираешь, падла? Меня, скорее всего, не раздражает, просто бесит.
Что это за движухи? А ты, я не боюсь. Кто? Скелет. Ну? Ёб твою же мать. А что нам тут делать? Ой, господи, какая запутанная игра, а? Вроде интересно, но, блин, что, вот, что нам делать надо тут, объясните, пожалуйста, что? Что мы тут забыли, а? Игра нам не даст пройти, что ли, опять? Ее любимая фишка? Так, подожди. Игры любимая фишка. Не дать нам пройти, блядь. Погнали, чё. Понятно, закрыто. Ага. Алхимические какие-то эти движения, да? Ага, вот мужик на электрическом стуле. Он без сознания. Наверное, на него подействовал электрошок. Ага. Так, а где у нас укол? Укол. Где у нас укол? Давай. Если это не поможет, тогда я не знаю, что еще можно сделать. Ну, давай. Вы можете говорить? Теперь, мой друг, я могу. Как вы сюда попали? Я и сам хотел бы это узнать. Могу я задать вам один вопрос? Давайте. Не думаю, что мне удастся поговорить с кем-нибудь еще. Вы выглядите не очень хорошо. Наверное, вам очень больно. Я могу чем-нибудь помочь? Все не так уж и плохо. Боль так прекрасна. Она напоминает мне, что я все еще жив. Я не могу оставить вас здесь. Постараюсь как-нибудь облегчить ваши страдания, а потом позвоню в полицию. В полицию? Ах, да, позвоните. Я долго не продержусь. Мне они уже не смогут помочь. Я позабочусь об этом, если вы мне поможете. Не теряйте сознание. Кто посадил вас сюда? Мой бывший коллега. Понимаю, что это абсурдно. Можете смеяться. Я это заслужил. Я делал страшные вещи. И теперь мои деяния преследуют меня. Я не дам вам умереть. Держитесь. Я не смогу освободить вас, но постараюсь как-нибудь вызвать полицию. Да, так и сделайте. Я признаюсь во всем. Успокойтесь, я обо всем позабочусь. Просто оставайтесь в сознании. Как вас зовут? Доктор Робертсон. Бывший работник этого проклятого богом места. А кто вы? А, простите, я Джим Карт, адвокат. А вы действительно доктор? Ну, до недавнего времени меня можно было так назвать. А сейчас я стал вот этим. Ну, зачем я на все это согласился? Я же хотел совсем не этого. Воистину, я был глух и слеп. Быть может, сейчас не самое подходящее время, но вы говорили что-то о признании. Что же вы сделали? Здесь происходит много странных вещей. Как я могу быть уверен, что вы не один из них? Ваша правда. Господи,
Что же мы наделали? Так вы убийца? Нет, и никогда не был. Я доктор, ученый. Нетрудно догадаться, что мучает вашу совесть, доктор Робертсон. Это что-то связанное с пациентами, да? Да, признаться, вы правы. Я работал вместе с доктором Брауном. Что? С доктором Брауном? Я подозревал это. Если можете, расскажите мне все, что знаете. Рассказать все? Слова здесь не имеют смысла. Здесь очень много улик. И как я мог допустить все это? Ведь достаточно было пресечь все в самом начале. Если вы хотите знать, что все это значит, просто посмотрите в бочке, в подвале. Найдите записи доктора Брауна. Он хранит их в своем сейфе. Мне больше нечего добавить. Так это была и ваша работа? Все эти люди ваших рук дело. Что это был за эксперимент? Зачем вы обрекли на смерть всех этих людей? Я знаю, что все это звучит ужасно. Я был слишком глуп и поверил, что так нужно. Доктор Браун показал нам пациента с повышенной мозговой активностью. Он сказал, что его состояние было критическим буквально несколько дней до того. Он должен был умереть, но этого не произошло. Он ходил и разговаривал с нами, как нормальный человек. Так продолжалось несколько дней. А потом произошел рецидив. Болезнь усилилась, и пациент умер. Это и стало началом нашего конца. Мы поверили, что Браун нашел гениальный способ лечения самых серьезных психических расстройств. В последнее время он работал с секретными материалами, присланными из Германии, где во время Второй мировой войны проводили эксперименты над людьми. Он ничего нам не рассказывал, а мы не спрашивали. Мы разделили работу и попытались найти приемлемый способ лечения. Результаты наших открытий были катастрофическими. Я не знаю, что вы с Брауном сделали с этими людьми, но теперь они разгуливают повсюду и убивают всех, кого увидят. Я не понимаю, о чем вы говорите? Только не притворяйтесь невиновным, доктор. Вы сами сказали, что все эти ходячие мертвецы ваших рук дело. Вы должны знать, как остановить их. Я не понимаю, к чему вы клоните? Вы сошли с ума. Вы ненормальный. Послушайте, у меня нет времени. Нет времени спорить с вами. Если вы говорите, что я сошел с ума, скажите, вы видели меня среди пациентов? Нет. Вас я еще ни разу не видел. Так же, как и ходячих мертвецов. Вы не знаете, где можно найти доктора Брауна? Перед тем, как вы пришли сюда, у нас с ним вышел небольшой спор. Он пытался переубедить меня. Хотел, чтобы я помог ему завершить исследование. Я отказался, а он забрал большую часть оборудования. Я не знаю, куда он его отнес. Потом он вернулся и включил питание, а я потерял сознание. Спасибо, что спасли мне жизнь, хотя я и заслуживаю смерти. Перестаньте. Когда приедет полиция, вас и доктора Брауна арестуют и будут судить по закону. Обещаю. Сколько людей погибло по вашей вине? К несчастью, я встретил жертв ваших экспериментов. Я не понимаю. Я не видел ни одного из них. Хотя было около 50 человек, которые не прошли тест. Около 50? И никто не заметил отсутствие такого большого количества людей? Это не совсем так. Некоторые работники просто не хотели ничего слышать. Поэтому они должны были умереть? Нет, я сам к этому не причастен. Я ученый, а не убийца. Это все Браун.
Он обещал позаботиться о них. Все это слишком мерзко. Я уже не знаю, стоит ли вообще помогать таким, как вы. Я открыл сейф доктора Брауна и кое-что нашел в нем. Там лежали документы с химическими формулами и некоторые записи. Вы знаете, о чем они? Он никогда не показывал их нам. Теперь я понимаю причину. Это вовсе не метод лечения. Браун манипулировал нами. Подонок. Нужно вызвать полицию и рассказать им все. Я во всем признаюсь. Я буду свидетелем. Ой, как я мог все это допустить? Хорошо, я вызову полицию. Правда, я не уверен, что вы сможете дожить до их приезда. Я не могу освободить вас. Не беспокойтесь. Я это предусмотрел. И поэтому приготовил письменное признание, в котором рассказано обо всем, что здесь происходило. Его нужно просто подписать. Где оно? Кажется, я его еще не находил. Конечно. Я спрятал его в трубе. В подвале. Посмотрите, в комнате, где лежит уголь. Вы сразу заметите там лист бумаги. Перенесите лист мне, а я подпишу его, если смогу. Торопитесь. Я принесу вам признание. Я понимаю. Не тратьте времени зря. Да. Как же долго все это мы делаем, бляха-муха. Ничего нового мы не узнали. Так, нужно искать листы. Листы. Да что у нас? Ага. Здесь, что ли? Робертсон не врал. Здесь что-то есть. Все именно так, как сказал Робертсон. Признание во всех преступлениях, которые он и доктор Браун совершили во имя науки. Как жаль, что здесь нет подписи. Доктора сейчас поджарят, да? Стоп, подожди. Сейчас. Какой ужасный запах. Что-то горит. Господи, Робертсон! Чертов Браун! Я должен найти его и наказать как следует.
Он мертв. Все свои знания он унес с собой в могилу. Без подписи его признание не имеет никакой силы. Как бы я хотел сейчас выпить что-нибудь покрепче и забыть обо всем. Все. Так, сколько там? Будет, значит, чердак. И чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За ней курит мертвец. Если бы я смог привлечь его внимание, он бы жил в теле. Если это уже что-то сделает со мной, то подойдется. А это что за подвал? Подвал? Реально? Нафиг мне этот подвал нужен? Какое совпадение. Здесь есть углубление в форме амулета, который я нашел в сейфе доктора Брауна. Это может означать только одно. Изначально амулет находился в этой коробке. Хотел бы я знать, где Браун его нашел. Имеет ли он какое-либо отношение к тому, что здесь происходит? Я не археолог, но эти вещи выглядят очень древними. Нужно узнать, откуда они. Может быть, это поможет мне понять, что здесь происходит? Твою мать! Дверь закрыта. Но, по-моему, за ней ходит мертвец. Если бы я смог привлечь его внимание, он бы выломал дверь. Интересно только, что он сделает со мной, когда доберется сюда. Да. А где у нас то, что мы должны найти? Подожди. И... Если это не поможет привлечь зомби, то не знаю, что я еще смогу сделать. Блять,
знаю, хуй он тормозит. Пиздец какой. Но... Приколдес, приколдес. Вот это я понимаю, что в стиле этого будет. Да ёпту твою мать, алё. Спускаемся вниз в дырку. Какую дырку? А, тут еще проход наверх. Ну. Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Могу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Бочка для тебя, значит, уже тяжелая, да? Весело, интересно. Получается. Ладно. Ага. Это что, типа изолятора, что ли? Или что? Вообще сюда шли, если нам вообще не сюда, а? Ну это абсурд какой-то. Я не археолог, но эти вещи выглядят очень древними. Нужно узнать, откуда они. Может быть, это поможет мне понять, что здесь происходит. История моей любви? А, прикол. Ладно. Я так понимаю, что вниз это значит вот здесь вниз, да? Сюда, что ли? Блять, тут везде закрытые двери, что нам делать? О-хо-хо-хо-хо. Я что-то нихера не понимаю. Это лифт. Так, сколько там, это получается, ну да, в принципе, я не знаю, ё-моё, закройся. На этом, наверное, можно закончить прохождение. Мы уже в следующий раз начнем с другого, как говорится, с другого болота, грубо говоря. Вот.
Ну а всем спасибо за внимание. Давайте до скорого. С вами был Казуку Фэмили, ребятушки. Всем на связи, всем удачи, всем пока-пока.